Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь 4G Wi-Fi роутер. Роутер двухдиапазонный с гигабитными портами. Давайте откроем и проверим его. Посылка шла из Китая около 3 недель. Замотана вся скотчем. Но коробка, я вижу, помята. Главное, чтобы роутер был цел. Ну, хотя внутри пупырка. Вот такая коробка. Вся замятая. На задней стороне прописан email и MAC-адрес. Здесь также прописан IP-адрес 192.168.188.1 для настройки роутера в браузере. Ладно, открываем коробку. Внутри сам роутер. Ну, вроде все целое. Вот. 6 антенн. Роутер двухдиапазонный, как я сказал. Сзади порт 1 гигабитный и 4 гигабитных LAN-порта. Предназначен для быстрого интернета, ну и также для работы сим-карты. Вот здесь имеется слот для сим-карты, кнопка перезагрузки и кнопка питания. Блок питания в комплекте, интернет-кабель и мануалы. На английском и китайском. Ладно, сейчас мы так разберемся, посмотрим только пароль какой. Пароль должен быть прописан на обратной стороне. Я брал для России, надо брать второй вариант. Ну, в принципе, для Европы и для России. Второй вариант. Цена этого варианта будет стоить 4250 на сей момент. 4250 рублей, я имею в виду. Сейчас я вставлю сим-карту. У меня наносим. Поставлю через адаптер. Вот таким вот образом. Смотрим по рисунку. Вот так вот. Аккуратненько, чтобы не повредить контакты. Все, сим-карта на месте, можем включать. Как я уже сказал, роутер гигабитный, с гигабитными портами для высокоскоростного интернета. Передача данных 1000 мегабит в секунду по LAN-портам и по Wi-Fi, ну такая же скорость, ну написано до 1300 мегабит в секунду. Хорошо его использовать там, где есть высокоскоростной интернет. Ну и на всякий пожарный вставляем сим-карту на случай отключения проводного интернета. Так, сейчас роутер загрузится. И проверим. 2.4G, 5.8G Wi-Fi есть. Вот, смотрите, появился интернет. 4G. Есть интернет. Вот. Мигает интернет. LAN-порт не подключен, и LAN-порты тоже не подключены. Ну, потом мы проверим через это проводной сейчас интернет. Подключимся к Wi-Fi этого роутера. Здесь прописан пароль, как я уже говорил, на обратной стороне. DB685A20. Входим в Wi-Fi. Так, доступные сети. Смотрим. LTE Wi-Fi 5A25. Так, ну сразу подключимся к 5G, вводим пароль, подключаемся. Технология Wi-Fi 5G, уровень сигнала отличный. Ну сразу же подключусь и 2.4G, 5G более скоростной Wi-Fi, но 2.4G более пробиваемый, так сказать. Сейчас пройдем спид-тест. Начинаем. Идет подключение. На скачивание 25,9. На загрузку 2,6. Такие результаты теста. Сейчас посмотрим, как можно вести трансляции и просмотр видео при такой скорости. Начинаем тест.
тестирование адаптивный битрейт, тестирование 1444. Так, максимальное разрешение при такой скорости можно смотреть Full HD. Хорошо подойдет для видео на крупных телефонах, крупных планшетах, ноутбуках. Давай среднего размера. Ну, сейчас попробуем посмотреть видео в 4К, потянет или нет. Мы просмотрим, конечно, свое видео, чтобы не было нарушения авторских прав. Так, сейчас качество автоматом стоит 240. Увеличим. Ну, 1080 потянет без проблем. Тянет, да. Выберем качество 4К. Нет, 4К все-таки тормозит. Но идет буферизация. Смотреть можно. Можно смотреть даже и 4К при такой скорости. Ну ладно. Этот тест, можно сказать, мы тоже прошли. Подключен к LTE Wi-Fi 5G. Посмотрим, насколько будет покрывать сигнал. Вот в правом верхнем углу пока сигнал нормальный, мы находимся близко. Ну, считаем, на одном конце участка, сейчас уйдем на другой конец участка. Так, смотрим в правый верхний угол. Так, ну 5G здесь уже пропадает. На расстоянии, нет, еще есть, на расстоянии 30 метров есть еще 5G, да. Ну, сигнал еще есть. Вот мы где находимся. Здесь уже совсем слабый сигнал. Ну, еще есть. Ну, до конца участка берет, хоть и слабый. Как видите, LTE, Wi-Fi, 5G, стоим у ворот, через весь участок пробивает. Сейчас подключимся 2.4G, посмотрим, какой уровень сигнала будет. Уровень сигнала хороший, не отличный, но хороший. Этот роутер подключен. Вот. Протестируем видео 4К, самое высокое качество. Поехали. Ну, смотреть можно. Буферизация прошла совсем немного, так что и в 4К смотреть. В браузер настройки можно зайти с любого устройства, хоть с компьютера, хоть с телефона. Я сейчас вот захожу с телефона. Админ. Все, зашли. Ну, правда, здесь только два языка, английский и китайский. И здесь вот все настройки. Можем поменять пароль на Wi-Fi. Сейчас он стоит 4G интернет. Можем переключить на PPE. Это при подключении через интернет-кабель. При подключении через оптоволокно. И когда будет отключаться интернет, бывают такие моменты, что у меня отключается интернет, и он будет автоматом переключаться на сим-карту, на 4G. Можно подключиться к VPN-клиенту. Ничего сложного здесь нет, но и залезать сюда не обязательно. 4G интернет у нас сейчас стоит автоматом. Можно в приоритете поставить OnePort. Ну, сейчас подключимся через интернет-кабель к интернету и проверим скорость. Вот, друзья, подключился к OnePort'у другого своего роутера. Вот. Сейчас проверим, какая здесь будет скорость. Ну, я говорю, здесь скорость небольшая. Ожидаю я высокоскоростного интернета.
Надеюсь, что скоро будет. Вот, как видите, подключен я сейчас к 5G. LTE Wi-Fi. Заходим в тест. Подключаемся. Интернет Gigacom, проводной интернет. Но пока здесь нет высокоскоростного интернета. Скорость только до 100 мегабит в секунду. Мне нужен хотя бы 800. Вот, ну, скорость нормальная. Видео, я думаю, смотреть можно без проблем. Ну, если подсоединиться напрямую к ППЕ, к оптоволокну, то скорость, наверное, будет выше, чем через другой роутер. Все-таки скорость теряется. Это как мини-компьютер получается. И каждый девайс скорость забирает. По-любому. Ну вот, в приоритете у нас сейчас будет. Это в настройках можно выставить OnePort. И при потере сигнала будет включаться 4G. Будет подключаться сим-карта. И вот еще, друзья, сим-карта подойдет любая, от любого оператора. Подойдет для телефонная сим-карта. Не обязательно для модема. Вот, тариф я имею в виду. Но главное, чтобы не было безлимитного интернета. Если будет безлимитный интернет, то оператор просто будет блокировать раздачу. И, ну, некоторые умельцы могут сделать, поменять IMEI в этом аппарате. Можно поменять IMEI на телефонный IMEI. И тогда проблем с безлимитным интернетом не будет. Вот так вот. Ну ладно. Ну, с этим аппаратом без интернета вы не останетесь. Будет у вас и проводной интернет, и 4G интернет. На всякий пожарный случай, так сказать. Ссылочка на этот роутер будет в описании под видео. Может, кому-то ей понравится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Удрав каждый новый подписчик. Всего вам доброго. До свидания. Пока.